Привет, сегодня на обзоре, значит, у нас вот такой наборчик, набор натягов, и в комплекте идут три крючка. Значит, два крючка, начну, вернее, с натяга, значит, три у нас идут на сам, один матем 5х5, кале, он же матура 4х4, фуаро, даф, другие китайские копии, потом идут два натяга матура широкий ключ, матура маленький 3х3, гардиан, узкий ключ, чуть пошире, 3х3, 4х4. И комплект натяговый для эльбора. Значит, маленький эльбор, эльбор лазурит 4х4, эльбор широкий ключ и короткий натяг для вот таких ключей. Значит, два крючка, один стандартный, один для матуры поточенный, и вот такой идет один по умолчанию. Значит, сейчас продемонстрирую на этом замке, как это все работает. Итак. Вставляем натяжок. Одним крючком можно сделать натяг, очень удобно. И вторым перебираем по свальным. Значит, поехали. Наша задача находить зажатые сувальды, аккуратно их поднимать, не забрасывать, следить за этим, чтобы они не залипали. Если все делать правильно, у нас постепенно собирается рисунок. Также у нас есть курсы открытия замков. Кому интересно научиться вскрывать замки, контакты и ссылка будут в описании к видео. Это у нас первый оборот. И так и далее. Поворачиваем, открываем второй. Замок эльбор, он более такой, не сильно точный, в нем можно чуть-чуть делать такие, так скажем, большие махи. В других же замках технология открытия немножко другая. Принцип тот же, но махи такие нам уже делать нельзя. Ну, как-то так это все работает. Всем пока.